мы с вами представляем выставку, которая называется «Илья Глазунов. Образы к русской классической литературе». Илья Сергеевич, он создавал иллюстрации ко многим произведениям наших писателей-классиков. Среди них, конечно же, Достоевский. Я думаю, по экспозиции выставки вы уже поняли это. Также он работал над иллюстрациями к произведениям Александра Блока, иллюстрациям к произведениям Лескова, Мельникова-Печерского, Гончарова, Некрасова, Алексея Толстого и многих-многих других наших писателей-классиков. Конечно, Достоевский для Ильи Сергеевича стал важным писателем в его творчестве. Он получил такое негласное прозвище среди прессы, как Достоевский в живописи, за разработку созвучных идей, тем, созвучных произведениям Достоевского. И он является единственным в мире художником, который проиллюстрировал все произведения Достоевского. Это более 150 графических произведений и, конечно же, живописные портреты и портреты самого Достоевского. Одно из таких важных произведений в творчестве Ильи Сергеевича – это иллюстрация к «Белым ночам». Перед вами представлен образ Настеньки, мечтателя и свидания. Конечно, первый вопрос, который возникает у многих, когда они смотрят на иллюстрации, что эти образы кого-то напоминают. Первый вопрос, который появляется, это с кого делал художник эти образы. Разумеется, как любой творческий человек, Илья Сергеевич был очень наблюдательным и искал типажи в жизни, тех людей, которых он встречал, которых он видел. И когда он работал над образами Санкт-Петербурга, это его родной город, где он родился, где он учился, и после переезда в Москву всегда возвращался в Санкт-Петербург, он гулял по улицам города, наблюдая за людьми, которые ходили по каналам Петербурга, и создавая, запечатлевая образы самого города. Когда он работал над этим произведением, то долго не мог понять, как же ему изобразить образ мечтателя. В биографии художника была такая встреча с писателем Анцифером, который разрабатывал образ Санкт-Петербурга, Петербург Достоевского, и очень много писал об этом городе. Когда он увидел иллюстрации Ильи Сергеевича к произведению «Идиот», мы чуть позже их с вами посмотрим, он посоветовал художнику не искать образ мечтателя, ведь он и сам есть петербургский мечтатель. И когда у Ильи Сергеевича спрашивали, создавал ли он портрет мечтателя с себя, он говорил и да, и нет. С одной стороны, он показал в этом портрете частичку своей души, но с другой стороны, этот портрет нельзя назвать автопортретом художника. Это, конечно, напоминание о творческом человеке, о его стихии, о его индивидуальности. Когда Илья Сергеевич был в Италии и представлял там персональную выставку, это был 1963 год, его друг, знаменитый режиссер Лукино Висконти, мечтал снять фильм по Достоевскому, фильм «Белые ночи». И в образе главного героя, в образе мечтателя, он мечтал снять Илью Сергеевича Глазунова. Но так сложилась жизнь, что в Советском Союзе было слишком сложно выпустить русского художника, русского человека за границу для съемок фильма. Поэтому съемки фильма не состоялись. Поэтому действительно мечтатель – это своего рода художник, любой художник, будь то Илья Сергеевич или любой другой творческий человек. «Белые ночи» — это одни из немногих иллюстраций, где художник выбирал очень светлые тона. Это пастель, его любимый материал, который он использует во всех иллюстрациях. Пастель в сочетании с соусом, мягким графическим материалом. И для того, чтобы передать состояние Санкт-Петербурга в «Белые ночи», художник использует большое количество голубого тона. Именно за счет такого колорита ему и удается передать это состояние города в это время года, в это время суток. Но давайте мы с вами обратимся к другим иллюстрациям Достоевскому. И, конечно, одно из таких значимых произведений у Достоевского – это «Братья Карамазовы». «Братья Карамазовы» – это очень сложное произведение, и здесь вы увидите большое количество портретов героев произведения. Ведь Достоевский и его образы – это прежде всего люди-идееносцы. То есть те люди, которые в своем таком характере, в своем типаже несут определенный образ, символ. И каждый человек – это особое состояние души и особое состояние России. Перед вами образ Алёши Карамазова, одного из братьев-послушника старца Зосимы, образ, который можно характеризовать как такой образ православной России, то есть человека, верующего в Бога, человека, который живет только правильными мыслями и правильными идеями, человека, который пытался наставить на истинный путь, на лучшие цели своих братьев, тех людей, кто его окружал. И рядом вы видите образ Дмитрия Карамазова, совершенно противоположный по характеру, по типажу, образ взрывной, вспыльчивый, эмоциональный. Поэтому обратите внимание на то, как художник
художник в своих произведениях изображает глаза героев. Глаза – это та деталь, которая лучше всего рассказывает о характере человека, о его состоянии души. Поэтому для него это очень важная деталь. Можно очень часто услышать о том, что у Ильи Глазунова очень большие глаза в произведениях. Кто-то говорит, что это даже гипертрофировано, но для художника в данном случае это действительно очень важный образ и важная часть этого образа, который передает художник. Рядом же изображена Грушенька, прекрасная молодая девушка. Девушка, тоже центральный образ произведения, девушка, которой так восхищался и Дмитрий Карамазов, и его отец Федор Павлович Карамазов. Образ девушки такой роковой красоты, роковой женственности, которая стала вот таким ядром раздора между отцом и сыном. И еще одно произведение, которое представлено рядом здесь на выставке, это образ Ниточки Незвановой. Произведение очень сложное, которое сейчас, насколько я знаю, не проходит в школьной литературе. Очень сложное для понимания, для юных людей в том числе. Но иллюстрации, которые были также частью работы Ильи Сергеевича над созданием собрания сочинений Достоевского. Большая часть иллюстраций, за исключением «Белых ночей» и первых иллюстраций к произведению «Идет», были созданы художником в 1982 году. Было издано полное собрание сочинений Достоевского с иллюстрациями Ильи Глазунова. И когда художник работал над произведением «Ниточка Незванова», он очень много раз менял образ Ниточки, считая, что он все-таки не совсем подходит и не совсем в полной мере отображает образ, этот сложный образ такой маленькой девочки, но со сложной судьбой. И однажды, гуляя по улице Москвы на Арбате, он увидел девочку. И ему показалось, что она так похожа на тот образ, который описывал Достоевский, что ее пригласили в мастерскую художнику, и с нее он сделал вот этот небольшой портрет. То есть это образ действительно создан художником с реального человека, которого он встретил в жизни. Образ же Катерины, книжной Катерины, художника сложился достаточно быстро. Существует огромное количество портретов дворянских девушек, на основе которых художник в первую очередь и разработал этот образ. Ну что ж, давайте мы обратимся с вами к еще одному произведению, которое представлено здесь у нас на выставке. Это «Униженные и оскорбленные». Санкт-Петербург – это очень разный, очень своеобразный город, где сочетается, с одной стороны, императорский Петербург, тот город, к которому мы в большей степени привыкли, который мы любим. Это классическая архитектура, это проспекты, каналы города, которые очень хорошо художник показал в своих иллюстрациях «Белой ночи». А вот «Униженные и оскорбленные» – это совершенно другой Санкт-Петербург. Тот город более мрачный, более тяжелый для такого восприятия, радужного восприятия, скажем так. И очень часто можно услышать, что Достоевский – это очень мрачный, очень тяжелый писатель. Кто-то говорит, что он не любит Достоевского. А Илья Сергеевич очень любил Достоевского. Он называл его одним из самых оптимистичных писателей. Из-за того, что герои в его произведениях, они проходят через испытания, но в конце проходят к просветлению. В этом и есть оптимизм Достоевского. Именно поэтому он так много работал над иллюстрациями к произведениям этого писателя. Здесь же вы можете познакомиться с продолжением иллюстрации к произведениям «Братья Карамазовы» и увидеть портрет Федора Павловича Карамазова и увидеть старца Зосиму. Я упоминала его как старца, у которого был послушником Алеша Карамазов. И здесь вы видите не только его образ, но и иллюстрацию, где представлен Алеша Карамазов вместе с старцем Зосимой. Но и обратите внимание на иллюстрации к еще одному важному писателю в творчестве художника. Это иллюстрации к Мельникову-Печерскому. Мельников-Печерский – это очень своеобразный писатель. Писатель такой самобытной старой Руси. Писатель, который рассказывал о старообрядческих, старообрядчестве, об особенности старообрядческой жизни. И когда Илья Сергеевич работал над этими иллюстрациями, то, конечно, для него, пусть и человека, который родился в дворянской семье, но все-таки жившего в советское время, история старообрядчества была достаточно скрытой и, скажем так,
так загадочной истории. Поэтому художник получил свой заказ на создание этих иллюстраций, такой художественный заказ от главного редактора журнала «Огонек» Сафронова в 1963 году. И для того, чтобы создать эти иллюстрации, Илья Сергеевич отправляется в творческую поездку в Нижний Новгород, в Заволжье, для того, чтобы посмотреть местных людей, то есть посмотреть типажи и познакомиться с культурой, природой данного региона. Он посещает большое количество музеев, знакомится с людьми, общается с ними. Иллюстрации уже выполнены, конечно, в Москве, в его мастерской, на основе того графического материала, который разработал художник еще в Нижнем Новгороде. И Нижний Новгород для него становится такой отправной точкой, городом, где Илья Сергеевич знакомится с древнерусской культурой и навсегда влюбляется в эти образы, в этот период России, создает большое количество произведений, посвященных этому периоду. Он прочитал одну очень красивую древнерусскую легенду, что он, разумеется, отправляется в эту поездку и создает вот такую иллюстрацию. Она представлена перед вами. Согласно легенде, во времена монгольского ига, татаро-монгольского нашествия, существовал прекрасный город Китиж, который стоял на берегу озера Светлояр. Жители этого города, понимая, что они не выиграют сражение, стали молиться Господу о спасении. И согласно этой легенде, в один миг зазвонили все колокола, город овеялся золотой дымкой и исчез. Когда на утро пришли монгольские войска, то они увидели лишь отражение этого города в глади воды. Разумеется, они испугались и убежали. Вот таким чудесным образом этот город был спасен. Когда Илья Сергеевич был рядом с озером и смотрел эту местность, знакомился с этой природой, местные жители ему сказали, что город Китиж существует и по сей день. Но увидеть его может только человек с искренним сердцем и чистой душой. Ну, конечно, Достоевского он разрабатывал в течение всей своей жизни. Мы с вами видели иллюстрации к «Белым ночам», которые были созданы в 70-м году. Видели иллюстрации к «Братьям Карамазовы» 82-го года. А первые иллюстрации к Достоевскому были художником созданы еще в 56-м году. Тогда он был студентом, выпускником Института имени Репина. И первые иллюстрации – это образ князя Мышкина, Настасья Филипповна и Рогожин. Вы видите, что они даже визуально очень сильно отличаются от последующих работ художника, более такие, может быть, набросочные в каком-то виде, да? Они не настолько проработанные с точки зрения детализации и иллюстрации. И в данном случае, конечно, художник обращался прежде всего к типажам. Когда он разрабатывал образ князя Мышкина, то основой для него послужила старая фотография, которая сохранилась у художника в семейном архиве. Это фотография его дяди Константина Прилуцкого. Его в семье называли князь Мышкин. Считали, что он очень похож на тот образ, который описал Достоевский. И поэтому художник действительно создает образ, основываясь на строках произведения, да, то есть как человек с большими глазами, и здесь он действительно показывает ему большие глаза. Эта иллюстрация поражает не только самого художника, не только посетителей выставок художника, в том числе и первой его персональной выставки, где художник представил эти иллюстрации. Она проходила в 1957 году в Москве, в Центральном доме работников искусств, но и поражает режиссера Пырьева, который посещает эту выставку, влюбляется в эти образы и мечтает создать экранизацию «Идиота» и на главную роль подбирает великолепного актера Яковлева именно на основе иллюстрации, которая была создана Ильей Сергеевичем Глазуновым. Настасья Филипповна здесь образ сложный, образ той женщины, которая для каждого читателя будет совершенно разной. Для кого-то она будет положительным персонажем, кто-то сочтет ее персонажем более отрицательным. И здесь художник нам дает действительно выбор. Мы не можем охарактеризовать ее конкретным каким-то словом, но это действительно образ роковой красоты. Это девушка, которая не смотрит на нас с вами с этой иллюстрации, она погружена в себя, в свои мысли и в данный момент о чем-то размышляет. Рогожин – противоположный персонаж князю Мышкину. Это персонаж, так же, как и Дмитрий Карамазов, да, с таким достаточно взрывным характером. Поэтому обратите внимание на разработку именно этого образа. Он достаточно темный сам по себе, по иллюстрациям. Это взъерошенные волосы, нахмуренный взгляд, слегка поджатые губы. Это та характеристика, которую дает художник Рогожину в своей иллюстрации.
Первые иллюстрации Илья Сергеевич создал, как я вам сказала, в 1956 году. После выставки он принес свои иллюстрации в музей Достоевского для того, чтобы показать их. И директор музея Коган, когда увидела эти иллюстрации, сказала, что, наверное, это одни из самых лучших образов, которые когда-либо создавались произведением Достоевского. Именно на этой же встрече художник познакомился с писателем Анциферовым, о котором я уже упоминала, и сочел их действительно лучшими образами, которые достойны музейных собраний. Именно в тот день эти иллюстрации стали частью музея Достоевского в Москве и по сей день находятся там. В галерее Ильи Глазунова в Москве представлены авторские повторения Ильи Сергеевича, созданные уже в 2006 году исключительно для галереи, которые повторяют образы. Поэтому на самих иллюстрациях вы видите две даты: 1956-2006. И, как я вам уже ранее говорила, в 1982 году художник обратился к созданию иллюстраций для полного собрания сочинений Достоевского. Поэтому здесь вы можете увидеть также иллюстрации, которые были созданы к произведению «Идиот», но уже позднее, в 1982 году. Они уже действительно стали самостоятельным художественным произведением, где художник подробно прорисовывает каждую деталь самой иллюстрации. И еще одна важная деталь в творчестве художника – художника как автора иллюстрации. Это своеобразие его иллюстрации. Большинство художников, когда работают над иллюстрированием книг, в основном создают небольшие по формату работы для того, чтобы они сильно соответствовали по формату изданию. Илья Сергеевич вышел за привычные границы, и его, конечно, иллюстрации — это своеобразие эмоциональной насыщенности каждого листа, тех портретов, которые мы с вами видели. Это действительно самостоятельно художественные произведения, станковые произведения большого формата, которые можно наблюдать не только на страницах книги, да, но и в художественной галерее, в данном случае у вас в институте. Поэтому обратите внимание на то, как художник подходит по-разному к каждому писателю. Он никогда не обращался к произведениям или тем писателям, которых он не чувствовал, не понимал и не разделял их идей. Поэтому те писатели, которые здесь представлены, это действительно те писатели, которые были очень близки по взглядам, по интересам самого художнику. Здесь представлены иллюстрации также к произведениям Алексея Толстого. И обратите внимание на монументальность образа, продолжение разговора о масштабе, да, его произведений. Перед вами Борис Годунов и царь Фёдор. Это действительно образ, который скорее напоминает живописное полотно. Здесь художником использован не только пастель, которую он использует в других своих иллюстрациях, но и также использует здесь гуашь. И, разумеется, важным для художника было передать не только образ царя и образ Бориса Годунова, да, которого, с одной стороны, обвиняли в том, что он слишком, да, выступал в главной роли, да, по сравнению с царем Федором, но и с другой стороны, это образ человека, который не только стоит во главе государства, но и защищает, оберегает хрупкого, да, вот такого Федора. Поэтому художник показывает действительно масштабный такой образ, крупную фигуру, очень яркая, насыщенная иллюстрация в духе действительно древнерусского искусства. Мы с вами познакомились с несколькими образами Достоевского, которые были созданы с реальных людей. И в том числе с реального человека, знакомого и близкого художнику, был создан образ Ивана Карамазова. Для него ему позировал его друг Николай Коншин. Он был по происхождению из дворянского рода, мечтал стать актером и очень напоминал своей внешностью художнику Ивана Карамазова, как описывал его Достоевский. Поэтому художник сделал эту иллюстрацию именно с него. В процессе работы он узнал историю самого Коншина. Поскольку он был дворянского рода и мечтал быть актером, да, это, конечно, своеобразная личность такая интересная, но, тем не менее, его семье в дореволюционный период принадлежали фабрики в Серпухове и несколько
домов в Москве, которые сохранились. И вот Николай Коншин увидел в объявлении, что в один из этих домов, который когда-то принадлежал его семье, требуется дворник, и решил устроиться на работу. Но когда пришел туда, у него спросили, случайно не является ли он родственником Коншина, которому принадлежало здание «Дом ученых». По своей глупости, наивности, как он сказал, он ответил, конечно же, положительно, да, что это мой прадед, и поэтому на работу его не взяли, исключительно из-за того, что он был родственником того хозяина. Но обратите внимание нас теперь на саму иллюстрацию. Мы с вами уже видели образ Алёши Карамазова, да, такой Руси православный. Образ очень спокойный, очень сдержанный, немножечко даже такой философский образ. Мы видели взрывного Дмитрия по характеру, и это был совершенно противоположный. Кто такой Иван Карамазов? Это человек, который всегда сомневается, осуществит ли Бог? И это главное, одна из главных таких мыслей произведения братья Карамазовы. Да? То есть человек – своего рода атеист, который ищет, с одной стороны, веру в Бога. Он говорит, что верит, но с другой стороны, он не уверен, существует ли Бог, существует ли рай. А если существует, тогда как должен жить человек? Да? Он должен действительно соблюдать праведную жизнь для того, чтобы попасть в рай. А если его нет? Тогда зачем человек должен жить вот такой жизнью и отказываться от каких-то привилегий и радостей земной жизни? То есть это образ, который художник погружает в себя, он сосредоточен, он в данный момент находится в поисках этой истины для себя. Какова эта истина будет для него? Остается только читать произведение. Но сама иллюстрация создает действительно образ человека, который так и не сделал для себя выбор, да? Или нет. Еще один автор, к которому обращается художник, это Лермонтов. И здесь представлены иллюстрации к его произведению, которое всем хорошо знакомо. Это иллюстрация к произведению Мцыри. Здесь вы видите, что художник изображает все несколько иначе. Они могут показаться монохромными. Это другая техника использования в большом количестве угля и соуса. Поэтому иллюстрации такие более монохромные. И, конечно, Лермонтов – это тоже другой писатель. Писатель, который рассказывает нам о своеобразии культуры, истории Кавказа. И здесь, конечно же, художнику было важно отойти от того привычного понимания иллюстрации и совершенно создать иные образы для того, чтобы они действительно отвечали уже произведениям Лермонтова. Но давайте мы с вами обратимся к другим иллюстрациям. Мы с вами познакомились с иллюстрациями к Достоевскому, важному для художника-писателю. Но также Илья Сергеевич обращался и к таким русским писателям, как Лесков и Гончаров. Лесков – это самобытный русский писатель, писатель, который обращается, опять же, к истории такой вот именно русской истории, да, вне Санкт-Петербурга, вне императорских идеалов, традиций и того времени. И эти иллюстрации художник создает в 1973 году. Он работает достаточно много над этим писателем, и, конечно же, его иллюстрации становятся частью литературного приложения к журналу «Огонек», как и иллюстрации Мельникова-Печерскому. Гончаров – это тоже писатель, к которому обратился художник, и создал вот такие образы, более романтичные, более красочные, может быть, на первый взгляд они вам покажутся, но, тем не менее, это про иллюстрации, которые созданы абсолютно в стиле и в духе самого художника. Очень мало иллюстраций Илья Сергеевич создавал к Некрасову, и перед вами представлена одна только иллюстрация, который называется «Погост», где вы видите также сочетание любимой графической техники художника. Спасибо большое.